горостянке вхожу в автобус. Шофер обелечивает пассажиров. Обращаюсь к нему с вопросом: почему хохла там не сделал остановки? Стоит, молчит, повторяю вопрос: почему хохла не сделал остановки? Он что-то промямлил про асфальт. Да кабы доехали. Недолго думая, делаю наклон, туловище вперед, сосредоточиваю всю свою силенку. Права в кулаке и по метану бокса влепляю в левое жену. Я холост, и мне требуется много денег. Жены такой не могу найти, чтобы не нуждался деньгами. А поэтому усердно прошу, вышлите побыстрее, если есть в Москве такая, чтобы кормил, чтобы поила, и денег с меня не спрашивала, то сообщите мне ее адрес. Пожалуйста, пожалуйста.
спрятавшихся у воды корнов. Но забавно короткую, когда смотришь сверху фигурку пастуха. Отсюда он похож на мальчишку. Иринке вдруг очень хочется потискать его в руках, долго подкидывая чистое голубое небо. Пастуху Иринка не видна, коренастей, широкоплечий, он сидит к ней спиной. А Иринка ужасно хочет его потискать. Скажите, из вас не приходилось есть лошадь?